Доброе утро, друзья. В общем, я тут продолжаю извращаться. Сделала себе тост с арахисовым маслом и с бананом. Не знаю, что тут такое будет, но типа это вкусно, полезно. Посмотрим. Вот. Сейчас я планировала поехать за цветами. Вот этот рождественский цветок. Но у нас же сегодня день Конституции, который переносит на завтра. Вернее, день Конституции так и останется сегодня, но выходной переносит на завтра. И, может быть, он закрыт, этот магазин? Что-то я об этом не подумала. Но проеду, посмотрю. А вдруг? Хотя надежды все меньше и меньше. Да. Ну ладно, ну, тогда на пляж сходим погуляем. Просто. Смотрите, какая удача. Открыт. Они на входе ставят лук. Я так гляжу, лук это стоит. Все, думаю, открыто. Пошла я со цветами, друзья. Класс. Орхидейки, смотрите. Ой, смотрите, какое чудо. Так. Они тут дорогие, зараза, по 15 евро. А подыхают без разницы как. За 7 евро, за 15. Вот мне нужен рождественский цветок. Я хочу один розовый, один красный. Посмотрим. Так. Где их можно выбрать? Что-то я не вижу вообще розовых, одни красные. Ну ладно, буду смотреть. Кстати, смотрите, как стевия выглядит. Вот так вот. Потом ее сушат и вот прям листьями добавляют, как сахарозаменитель. Видите? Стевия. Я вот тут укропчика взяла и думаю, может быть, альбаку взять. Альбака это... Не помню, что это. Но в пасту добавляют часто. Смотрите, какое бушующее море. Кстати, у моря нам нормально, не так холодно, как в городе. Представляете, то ли от того, что солнце и ветра тут особого такого нету. Но вообще классно гулять. Шикарно. Я укулючилась. Ну вот там, говорю, вот от моря отходишь, прям ветер холодный, ледяной. А здесь нормально. Как так? Вот так вот. Гуляем. Me se lo dice un viento, eres para mí.
В общем, это будет пока стоять тут. Вот. Где розовый был там, но я почему-то захотела вот такой цветок. Он такой классный. Вот. Ну, этот классика. И вот этот я очень-очень давно хотела. Это прям, не, как не знаю, мое желание было. Я наконец-то приобрела. Надеюсь, он не подохнет. Мне сказали, что его поливать нужно очень-очень мало. Вот, у кого есть такой цветок, расскажите, как вы за ним ухаживаете. Я, конечно, в Google залезу, поизучаю. Вот, он стоил 10 евро, 9,95, но он такой классный, этот цветок. Я очень давно его хотела, и он, в общем, будет теперь у меня жить. Ну, а как я что сделаю, это вот на днях буквально, либо, наверное, скорее во вторник все это буду делать, украшать. Вот, так что подписывайтесь на мой канал на YouTube. И будете в курсе событий. Пока вот так вот будет стоять. Красота. Хочу сейчас сделать с брокколи, как запеканку, что ли, или что, в шайтан-машине. Сейчас отварю на пару минуточек. А мужу сделаю вот картошку с брокколи, потому что он брокколи такую, наверное, не будет есть. Кстати, кочерыжки вот эти не буду выбрасывать. Тут подсмотрела в Инстаграм, как всегда. Ой. Что из них можно сварить суп-пюре прикольный. У меня как раз там пол кабачка есть. Вот. И вот эту вот кочерыжечка тоже туда отправится. Очень хорошая, кстати, идея. Я раньше выбрасывала. Чарли поднялся наверх, хотел, наверное, позагорать. Но быстро оттуда спустился, потому что ветер, ты могуч. Так, мне нужно либо сметану. А, вот точно, сметана. Потом у меня еще вот эти вот молоко выпаренное оставалось. Что там еще-то, как это все делается-то? Укропчик где-то у меня тут был. Так, чтобы еще туда добавить. У меня еще винегрет есть. Чтобы еще туда, ну, яйцо надо, я знаю. Я знаю, мама, он такой. Так, что еще? Ну, все, наверное, да? Там яйцо, вот эта заправка, разные приправки. Все заливаем, и будет вкуснятина. И достала у меня, помните, крылышки я заказывала в русском магазине, копченые. У меня тут пару крыльев осталось. Вот достала, будет с крылышками у меня. Ты мне крылышки убавил. Как там? Ты мне крылышки приставил, сам же их и опалил. Полюбить тебя заставил. О, куркуму добавлю туда. Тоже должно быть вкусно. В общем, сейчас покажу, что у меня тут получится. Буду колдовать. И что-нибудь да получится вкусненькое. Вот такая красота отправляется в шайтан-машину. Уже хотела накладывать в тарелочку, но вспомнила, что надо показать, как это все получилось. Получилось довольно-таки прикольненько. Всем приятного аппетита. Кстати, обязательно нужно перекладывать в тарелку. Даже если там из сковородки вкуснее или что-то. Просто когда вот так вот в общей форме, нет меры. Я бы вот эту вот, если бы не переложила, я бы ее всю сожрала полностью. Хотя она не такая уж и большая. Но переложила в тарелку и увидела, что мне половина будет достаточно. Поэтому всегда беру тарелки маленькие. Купила себе всякие маленькие тарелочки. И вот так хотя бы какая-то мера у меня есть. А иначе большими тарелками уже не пользуюсь, потому что в нас все войдет, как вы знаете, как в колодец. Все бухнет, бабахнет. А потом это все надо как-то убирать и избавляться от этого. Если вы думаете, что я тут лежу, отдыхаю, вы глубоко в этом ошибаетесь. Хотя я знаю, что вы так не думаете. Я вам сейчас покажу результат моих действий таких, спонтанных, скажем так. Во-первых, я язык прикусила себе. Нет, я его не прикусила, я его чуть не откусила. Боль. Какая боль. Заварила себе чай. Слушайте, так я сыпала сахар. А что он не сладкий?
Ну этот сахар это какой? Березово-кокосовый. Дает, кстати, такой вкус нежный, знаете, нежный вкус. А это мой мерзляк. А? Ну вы посмотрите на него, мерзляк. Ты мой мерзляк. Как вот его с ним без свитера идти? Лежит, мерзнет, а? Ой, мерзляк мой. Ты мой мерзляк. Кстати, мы сегодня ночью, не знаю, может, рассказывал вам, нормально так. Чарли не любит, когда закрыты все двери. И когда закрывается дверь, он пытается ее открыть. Но сегодня ночью я включила обогреватель себе в спальне. И, в общем, я сводила его пописить ночью. Он знает команду писить. Вот, я ему говорю, и он идет наверх в 12 ночи там дела делать свои. Да, да. Да, ну да, на камеру, ну давай, давай, покажи всем, какой ты ласковый, какой ты ласковый. Муж пришел с какими-то пакетами, пойду посмотрю, что там. В общем, не помню уже, что говорила, просто сестра мужа сломала руку, и вот он у них там целый день что-то был, что-то делал, вот. Так что я была в гордом одиночестве, я вообще люблю одиночество. Claro, esta mañana por la tarde no salgo. ¿Y a esta hora? ¿Ya es de noche? Я по воскресеньям не выхожу гулять с Чарли вечером. Отпуск у меня, отдых. Но что-то лежала, и мне так надоело лежать. Ну, я лежала, наверное, полчасика, даже сериал не могу досмотреть. Один, вот, и пошла делать вот эту вкусняшку. Думала, то ли пироги спечь. Тесто, кстати, мне очень понравилось. Язык болит, блин, зараза. То ли вот эту вкусняшку. Решила вкусняшку сделать, потому что у меня... В общем, следите за мной и все узнаете, все увидите. Вот, я посмотрела уже, как это, расписание магазинов на завтра, что завтра будут все магазины открыты, такие большие, знаете, может быть и в центре, так как ситуация у нас как бы с коммерцией не очень, поэтому я думаю, что завтра все откроется, чтобы хоть как-то продать к новому году. Мы целовались с тобой, иди целоваться. Бен беситу, бен беситу, бенга беситу, бен беситу, бенга, бенга. Давай, продолжать. Нас с тобой прервали, да, прервали. Прервали, ой, блин. Вот, и так что я пошарахаюсь по магазинам, кое-что хочу тоже. Не из одежды, ничего, из еды. Ой, подружки же у меня, вот они мне идеи подкидывают, то одну, то другую, то третью, за всеми не угонишься, в общем. Жесть. То одна рецепты шлет, то другая. Ну, мы знаете, как рецепты, и потом свои добавляем. Ищем какие-то рецепты в Инстаграм, еще где-то, а потом еще свои дополнения дополняем. И потом делимся этими находками, открытиями. В общем, классно иметь подруг. Когда ешь все в меру, например, там испекла пироги и съела пол пирожка, ничего страшного с вами не будет. Никакие жиры не нависнут, все в меру, нужно маленькими порциями. Вот, и будет все хоккей. А без сладкого я жить просто не могу. И что ты эту взял игрушку? Там валяется мячик, мягкая игрушка. Подошел в свой ящик и вытянул вот эту игрушку. Тра. Трай. Нет? Вот так вот. И попробуй их собери все. Он их сразу достанет и разложит. Что смотришь? Куда потащил? А донде ва? Собирать все. Вот так вот. У него там свой ящик. Вот он сейчас пригнездится и будет ее с ней довольный. Такой смешной, я не могу. Ты рад? Ты рад, моя любовь?
что, друзья, это тортик птичье молоко. Конфетки ж купила. Они похожи, но не птичье молоко. Забацала. Будет мне завтра шикардос. Вот такая вот мне беда. Люблю готовить, стряпать. Вкусненькое, сладенькое. И потом все это пожирать. Птичье молоко. Шоколад надо сливки добавлять все-таки. А у меня здесь, ну, типа сливки. Смотрите, какая вкуснота. Опять я на кухне. Завариваю себе чай. Что-то свежо, знаете. Ну, не такой уже сильный ветер, как вот. А может быть, ночью уже и поднимется еще сильнее. В общем, ладно. Мяту, что ли, добавить сюда? Подумаем. С вами прощаюсь. До завтра. Всего вам самого наилучшего. И всем пока-пока.